Я тут снялась в одном проекте в качестве эксперта, что, в принципе, я была в шоке, потому что я никакой не эксперт, но меня пригласили как эксперта. И задали вопрос, типа, почему 40-летние женщины так, создают отношения с 20-летними мужиками. Вот я вам открою секрет. Мужики, смотрите. Вы в 40 лет все повально начинаете западать на молоденьких студенток, на 20-летних. И начинаете с ними заводить отношения. И это нормально, они к вам тоже тянутся. Молоденькие девушки тянутся к 40-летним зрелым, там, мудрым, интересным мужчинам, да, если вы таковые. И получается, что создаются вот эти пары, 20-летняя девушка и 40-летний мужчина. И мы, 40-летние женщины, оказываемся, одинокими, потому что, наши 40-летние мужики встречаются с 20-летними. И 20-летние парни тоже, оказывается, не удел. Потому что у них, 20-летних девок, увели эти 40-летние ублюдищи. Что нам мы должны делать? Поэтому мы вынуждены встречаться и выходить замуж за 20-летних. Я вот так себя оправдала. Не знаю, мне нравится такое оправдание. В суде я буду говорить то же самое.